Перед Новым годом в Ленинском мемориале поселился призрак. Новогодние музыкально-театрализованные представления с участием симфонического оркестра начались с 27 декабря. На сцене мемцентра гости увидят музыкальный спектакль «Призрак замка Кентервиль», поставленный Ульяновским молодежным театром по мотивам волшебной сказки Оскара Уайльда. Эта сказка получилась для очень маленьких детей. Не совсем мы идем по сюжету Оскара Уайльда. Это, скажем, была только тема, которую мы развили. И мы здесь поднимаем для юных зрителей тему добра, прощения, любви, вопреки, так сказать, обидам. Ну, в общем, как всегда, добро борется со злом. Все действо на сцене разворачивается под музыку отечественных и зарубежных композиторов в исполнении симфонического оркестра губернаторской. У нас некий лейтмотив призрака и колдовства. Это сочинение Поля Дюка, симфоническая скерца «Ученик чародея», которая она звучит в начале в качестве увертюры, в середине, и есть еще эпизод к концу, когда, собственно, и происходит некое волшебство, заклятие. Вот. Также мы используем музыку Камиля Сен-Санса, Эдварда Грига. Перед спектаклем ребята и их родителей ждут Дед Мороз и Снегурочка, карнавал вокруг новогодней елки, конкурс новогодних костюмов, зажигательная дискотека и шоу мыльных пузырей. Особенность нашего спектакля в том, что все натуральное у нас. Оркестр академический, симфонический сидит в яме, звучит живая музыка, молодые красивые актеры, прекрасная постановка. Очень здорово, поэтому те дети, которые приходят на наши спектакли, они, я думаю, что они получают огромное удовольствие от общения с живой музыкой, с артистами и с театром. Дорогие наши юные слушатели, разрешите от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, хороших оценок, творчества, и мы вас очень ждем на наших новогодних представлениях. Новогодние представления в Ленинском мемориале продлятся до 7 января. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.